Вот. Всем привет, друзья! Пришел я к автомобилю. Так, масло у нас уровень. Вообще все четко с маслом у нас. Так, антифриз есть, масло есть. Все вроде что, нормально. Друзья, на улице мороз. Невероятный такой, очень сильный. Так, камеру поставил сюда возле глушителя. Сейчас посмотрим. Я буду заводить. А, масло надо включить. Включаю массу. Пришел, машина здесь замерзшая. Все замерзло. Вода в канистре замерзла. Короче, все здесь замерзло. Давайте будем запускать. Так, ключ. Вставляем в замок. Вставили ключ. Запускаем. Сейчас смотрим. Так, ну что. Погнали. Сейчас посмотрим, как будет. О! О, тяжко-то как и это было этот раз. 25, минус 25, представляете? Жесть. Так, масло у нас. Вот, видите, работает хорошо этот редукционный клапан. До 6 поднимается, он сбрасывается. Так, все, дым не идет у нас. Все нормально. Все четко. Завелась нормально все. Так, здесь у нас все. Так, вроде ничего не отвалилось, все нормально тоже. Колеса на месте. Колеса вроде все целые. Вот так вот у нас запуск прошел. Тяжело, да, какой-то? Ну, завелась. Запустилась. Вообще, блин. Просто огонь. Так, и главное, не дымит, видите? Заметили? У меня у Скания тоже была. Я тоже заводил. Мороз. Мороз заводил, тоже она не дымела, кстати. Вот уже пар пошел, все нормально, уже начал греться. Все хорошо. Просто немножко парит. Вообще просто. Вот это огонь. Так, смотрите, уже и воздух накачался у нас, смотрите. Главное его не прихватывать, ничего не примерзает. Вот, смотрите, уже 12 почти. Это 12 рабочее давление этого автомобиля. На современных автомобилях 12, там, ну, до 12 качает. Это на тех 8-9 там. Вот 7 до 9, да, а здесь вот 12. Что значит техника, да? И не дымит, и не парит, смотрите, все уже. Видите, даже не дымит, все четко. Даже и пар сейчас прогазуем. Смотрите, нормально идет. Вообще отлично. Что значит техника, да? Вот люди умеют делать такие машины. Блин, вообще поражаюсь. Машине уже, считайте, 2006 год, сколько, да? Сколько лет, она работает как новая. Даже лучше, чем новый наша техника, вот так скажем. Просто вот так. Ладно, сейчас едем работать. Уезжаем мы? Да. А мы можем вот эту машину Opel своей техникой вперед вытащить? Какого Opel? То разбитого, что ли? Разбитого? Да, да, да. А. Подписчикам привет передавай. Привет! Всех с Новым годом, да. Всех с Новым годом. Сейчас попробуем. Разворачиваемся. Все у нас, все в ажуре. Грязный прицеп, правда. Мыли, грязный, ё-моё. Остался. Что, поехали. Помогли ребятам, автобус перетащили сюда немножко. Помог я. Я с вами уже помогал, значит, помогли мы. Все, поехали. Все, воздух нормально, все хорошо у нас. Выдвигаемся на работу, ребята. Пришел заказ, и мы едем на работу. Поедем работать. Сейчас вот мы выезжаем на дорогу со стоянки. Идет погрузка контейнера у нас. Все, огонь.
выезжаем из Санкт-Петербурга. Смотрите, какая погода прекрасная. Еду по мосту. Санкт-Петербург, кольцо. Здесь кольцо, здесь кольцо. Видите, стоят, все стоят пока. Все, Санкт-Петербург, прощай, поехали мы. А мы, друзья, выдвигаемся в Москву, а потом опять идем на север. Так что, поехали. Пожелаем нам удачи на дорогах. Погнали. Все, Санкт-Петербург, прощай, до свидания, мы поехали. Ну все, я выехал на М11, это платная дорога. Сначала вот она от Питера, здесь где-то ну, километров 20, может чуть побольше так, идет трехполоска, видите, три полосы идут. А потом уже будет две полосы, потом уже, потому что здесь сейчас разветвление, туда-сюда, заправка будет, и все. И потом в две полосы мы станем, и так уже до самой Москвы, до самой, до Твери мы едем. Потом мы там съезжаем, потому что нету там, ну, там платник заканчивается. И в Твери мы уже, конечно, переезжаем. По дубках я кушаю там это на пит-стопе. Ну, когда есть время, конечно, я там кушаю. Когда нет времени, конечно, газую дальше. Ну, я, в принципе, из дыма выехал, взял с собой, все там идут, там можно ехать дальше. И все, потом Тверь проезжаем, я в Твери на объездной заправляюсь на Шелле. И потом после Твери опять мы заскакиваем на платку, я заскакиваю, вернее. И все, и едем дальше в Москву. И в Солнечногорск. Еду, сейчас выехал из Санкт-Петербурга, в Москву едем. Смотрите, что у нас творится на улице. Снегопад, мороз, полная жесть. Мы газуем по полной программе. Ну, не по полной, но газуем. Короче, едем, просто работаем. Так, ладно, мы едем сейчас в Москву. Ну, и как обычно, из Москвы у нас впереди, что у нас это? Будет направление так, у нас... мы находимся в Твери. Я же говорил, вот до Твери мы доехали, до Шелла. И вот здесь сейчас заправляюсь. Что сейчас заправляю я по полной. Этот бак сейчас полный заправим. Потом автономку я заправлю полную. Все заправляем полную, потому что сейчас мы едем в Москву. А потом уже, я же говорил, мы едем на север. Телесим-трясим. Так что едем. Так, да, топливо полное. И всегда лучше зимой держите бак полный, полный, чтобы был у вас. Ну, не, ну лучше пополнее, чтобы был. Во-первых, когда полный бак, конденсат не собирается по стенкам, знаете, когда перепад, перепад температуры плюс-минус, да? Ну, в баке, потому что все равно теплая солярка, на улице мороз. И собирается конденсат потом. И от, из-за этого потом вода в, это, в баке получается у нас. И потом она, конечно, примерзает в фильтрах, в трубках и во всей этой кухне. Так что это, бак лучше держать пополнее. Ну и, конечно, мороз, когда он пополнее, меньше вероятности, что он ее прохватит, там, примерзнет. Ну, тем более, когда хорошая солярка, я заправляюсь на хороших заправках, на проверенных, так скажем. Там, где я уже заправлялся, знаю, что не замерзает, все хорошо там, уже проверено. Так что, это что у нас? Вот, ну, я всегда, у меня даже своя машина была, всегда заправлялся это. Я старался, заправлялся BP, Роснефть, там вот, сейчас Shell заправляюсь. Ну, вот такие. На Газпром не заправляюсь, последнее время Газпром испортился. Что-то вот ребята даже жаловались. Я отказался от Газпрома. Там вот вода в них попадает. Да, я мучаюсь с замерзайкой. Замерзаю, зараза, и все. Замерзаю в трубках во всех. Я уже купил такой концентрат. Минус 50, который. Все, залил туда. Взял кипяток на заправке. Короче, пролил кипятком вот это все. Видите, я уже это сделал. Такую трубку сюда уже прикрутил, чтобы это, форсунки. Короче, попалась незамерзайка такая, что вообще все замерзает напрочь. И вот я кипятком разогрел бачок, залил туда этот концентрат минус 50. И сейчас все трубки тоже прогрел. Все нормально. Сейчас уже хоть как-то работает. Блин, ну вообще просто сделаю, бах-бах, опять замерзает. Прямо в трубках, во всех трубках замерзает. Во всей системе и в бачке. Бачок глянул, там вообще кисель у меня. И вот так еду, мучаюсь, блин. Я уже трубку эту намотал сюда, чтобы хоть до форсунки шло тепло. Вот так, видите, во, тепло. Ну, маленький кусочек намотал, ну хоть как-то, чтобы спасало. Сейчас то вот так. Все, закрываем, погнали. Сейчас надо прибраться здесь и поедем. Вот так вот и работаем. Уже погнали. На заправке хорошо хоть кипяток дали. Горячую воду, не кипяток, а горячую воду. И все. Такой снегопад, короче, конкретный такой.
в Москве, блин. Ну, уже перед Москвой вот здесь. Стекла тоже замерзают, все замерзает. Ой, это не замерзайка, вообще замерзающая не замерзайка конкретно, просто. Какая-то левая по полной программе, блин. Все напрочь замерзает. Просто. Ну что, вот мы уже и в Москве почти, вот Химки. Так, здесь вон эти. А, КамАЗ, короче, зеркало кто-то кому-то что-то снес. Смотрите, это в Москве, МКАД в Москве. Офигеть может. Засыпало, напрочь все. И самое, знаете, самое главное, никто не чистит. Вот смотрите, сугробы, да, вот так. Ну, дорога вообще, вот уже слой такой снега. А знаете, когда будут чистить? Сейчас, когда утром поедут все на работу, сейчас время у нас, ну, почти 4 часа утра, да? Сейчас зачем чистить? Сейчас скоро поедут все на работу. И будет самый смак. Когда все станут, вот тогда выйдут чистилки и будут они идти чистить. Я вот вам скажу, я предпочитаю вот так ехать, не торопясь. Вот 60, видите, еду 50-60. Эти летят там, ну их нафиг, пусть летят. Кому надо, пусть летит. Я вот со спокойной душой приеду. Зато я буду знать, что мы приедем целые, живые, невредимые. И все. Так что нет, такую погоду, ребята, надо всегда немножко оценивать свои силы, возможности. И не то, что свои силы, возможности. И возможности погодных условий и автомобилей, понимаете? Потому что если понесет, все, это уже практически не остановить. Так что здесь, видите, сейчас лед накатан. Сверху снег, снизу лед. Это самое опасное. Так что лучше потихонечку. Мы всегда успеем. Я вот как говорю, лучше я опоздаю, но я приеду целый и живой. Чем я, блин, вообще не приеду. И буду торопиться и вообще что-то, понимаете? Тьфу, блин, чтобы сплюнуть. Чтобы ничего такого не было. Так что это надо, конечно, учитывать все эти нюансы, чтобы все было нормально. Ну, мы идем здесь все гуськом в этой вот этой полосе. Сзади на фуре хотел пойти вот здесь, ну, пойти слева. Но здесь такая каша, что ну и нафиг. Что-то здесь они здесь. Такое. А, они тормозя здесь, их проверяют. Нифига. Они пристроились под мостом, короче, чтобы их там это, снегом не сыпало сверху. Нифига, вот они молодцы, блин. И колбасят здесь подряд, не пересчитывают никого, блин. Чик-чик-чик. Все чики-пуки, блин, ё-моё. Офигеть, короче. Ну, короче, да, видите, здесь такая каша вот. Короче, получается, здесь одна полоска, и вон там, где по крайней едут легковушки, и все. А посередине сугробы, короче, там. Я говорю, сзади хотел поехать здесь, а он туда сунулся. Его начало таскать там. Он нафиг стал за нами. Да, едем вот 60-50 вот так. Так что вот такая вот погода у нас. Прекраснейшая. Отличная зимняя погода. Вот это зима так зима. Я вот понимаю. И чтобы, знаете, было лето так лето. Чтобы зимой была зима хорошая. Снежная и морозная. А летом впереди чтобы... дорожные работы. Спасибо, Алиса. Видите, она мне подсказывает, она у меня там. Молодец. Вот начали чистить дорогу, вот видите уже как идут все. Все уже. Пробка, все, 20-30 идем. Все, 20 так вот стал. Сейчас мы будем сворачивать это на Каширку направо и пойдем в область уже. Так что мы с Ленинградки проехали, заехали, вокруг Москвы так объехали и на Каширку сейчас пойдем. Вон, видите как. И скорые все. Ну все, а куда там? Все здесь стоят, конечно. Куда там поедешь? Вот такая вот проезжает дама Дедова, видите, проезжая. Едем дальше в сторону. В область едем. Так, а вот смотрите, наши помпончики здесь. Как бы сюда заехать только. Юколы-маны, а здесь машин-то полно, блин. В помпончиках. Наверное, у всех настроение, наверное, упало. Все хотят поднять себе настроение помпончиками. Ага, точно. Все забито, прямо забито. Никак не заехать, не встать, не выехать, да? Так, а мы сделаем по-другому. Я сейчас сюда заеду. И вот здесь есть тоже такая вот карман. Вот так вот сейчас здесь стану. Ну вот, я в пончики заехал. Огонь, пойдемте кушать. Короче, на улице такая зима. Конкретно, смотрите. Снег метет просто. По страшной силе метет снег вообще. Но смотрите, вся машина залеплена. Все снизу тоже залепляет конкретно просто. Номеров не видно. Но это хорошо, что номеров не видно, да? От камер. Смотрите, снег. Идем. Хрустит.
Вообще просто. Сзади вообще тоже. Смотрите, как красота. Маршрут прямо перестроен. О, маршрут у нее перестроен. Через 100 метров поверните. Пойдем, налево. Я вон пончики пишу. Впереди платная дорога. Вот так вот. Я и еду. Отлично, да? Блин, серьезно, занесло? Даже не подойти теперь к двери. Ё-моё. Дорога какая заснеженная, узкая. И на фуре нас обгоняет здесь. Обгон запрещен. Здесь вообще просто. Дорога жесть жестокая. Ему пофигу. Мы 60 идем здесь, потому что, потому что дорога вообще убитая. Ну, а человеку, видите, как пофигу. Газует на все деньги, так сказать. Но меня иногда вот так удивляет, ё-моё. Ну, обгонять некуда. Здесь такая узенькая дорога. И заснеженная, скользкая. Ну, вся колонна идет. Мы все колонны идем. А видите, один так торопится. Я считаю, что это риск такой, знаете, неоправданный риск. Не надо так делать. Понимаете, вот так, если потащит, считайте, и за ним потащит и другого. То есть он рискует не только собой, а еще и другими людьми. Ладно, если бы сам фиг с ним. Сам себе сделал плохо, да? Ну а вот, когда еще потащил других людей, которых, ну, не виноваты в этом, правильно же? Вот это самое страшное, самое плохое. Так что так, конечно, не надо делать. О, как здесь уже замело дорогу, да? Переметы какие уже. Вот так пробираемся. Пробираюсь здесь, осталось еще немножко. Серьезно, вот это. Ой, зима какая, снега навалило. Конкретно. Вон КамАЗ заезжает сейчас. На газу весь КамАЗ тоже, газовый. Нормально идет. КамАЗ-газ. Прицеп бедолага кряхтит у него весь тоже. Вот снег, да видите, как хрустит. Вот это да. Давай. Подъезжай. Фу, блин. Тут снега навалило, блин, елки-палки. Газ КамАЗ. А еще, знаете, что еще хочу вам сказать? Нам всем, вам, мне и нам всем огромный привет еще передаю. Знаете откуда? Из Африки. Сейчас я вам этот привет покажу. Италия, Африка, представляете? Откуда даже? Вот ё-моё, вот бывает же такое. Так что сейчас я вам покажу этот фрагмент, как нам из Африки приходит пример. Привет вам и мне. Так? Выгрузился я в Московской области, смотрите. Что это? Много. Ну, мы сейчас идем обедаем. Я иду обедаю сейчас. Иду я обедаю, и мы выдвигаемся. Идем опять на север, елки-палки, из Московской области. Какие закоулки, да, здесь, елки-палки, нифига. Что это здесь так? Ё-моё. Вот это да, у нас здесь по полной программе. Все по-серьезному. Прицеп. Да, прицеп, я тебе вам скажу, вообще, блин, показал себя очень хорошо зимой. Показывает. Кстати, запаска у меня старая. Смотрите, ее тоже занесло снегом. Теперь даже не видно, старая она или новая, да? Могут украсть как новую, блин. Но она же старая. И там решетки у меня еще. Это кто-то спрашивал меня про запаску. Я говорю, что запаску поставил старую, чтобы новую не украли. Так что все огонь, смотрите, как, да? Короче, такая зимой. Здесь все тоже у нас залеплено. Все занесено. Так что вот так. Ладно, не будем терять время. Пойдемте обедать. Все. Блин, здесь тоже все в снегу у нас. Вот, смотрите, колесо тоже все в снегу. Все, номера залеплены. Это чтобы у нас камеры не чирикали. Все нормально. Песок у меня не украли тоже. Ведро на месте. Песок с солью здесь. Так что все огонь. Табакласки у меня, я брал воду горячую, разогревал незамерзайку. Как у бабы клуш у меня здесь. Это не замерзайка у меня, вот она. Замерзла, походу, тоже. Так что вот так. Здесь знак у меня. Автономка работает хорошо, блин. Гудит. Заправил полный бачок тоже. Чтобы все было огонь. Вон и так стоят. У них газовые теперь перевели на газ полностью. Вот такая вот зима, вот такой склад здесь. Это в Малино. Вот так, Малина. Кто был в Малина? Класс. Да, здесь мало, может кто-то и был в Малина, фиг здесь.
далеко, короче, от Москвы. Короче, снегопад здесь сильнейший вообще был, вообще очень сильный. А теперь смотрите, что. Впереди камера на полосу. Да не на камеру, а вот это. Дождь начался, стритизм растекая. Вообще просто. И на улице минус 15. Я вообще, как так? Минус 15 и какая-то изморозь. Ну, что-нибудь такое, знаете, непонятно. Короче, на дороге без коньков лучше не выходить. Едешь вообще просто, даже не знаешь, как едешь. Так что вот так. Да, я потихоньку, я тоже 50-60, там, где 40. Так что едем потихоньку, не торопясь. Ну, вот видите, какая дорога, вот, говорю, зима. Ну, вот снегопад был. Бах, потом. Да, главное, мороз есть, и этот, и изморозь какая-то. Непонятно, что это такое, как это так. Вот так бывает и на каток. Так что будьте аккуратны, предельно аккуратны. Ну, конечно, красота неописуема, что поделаешь. Ну, смотрите, на газели стал, и все. И перекрыл всю колонну, остановил. А, он его догнал. Вот что дело. А, на фуре, короче, газель догнал. Вот это сейчас здесь соберется, канитель. Оно уже собирается. Ёлки-палки. Вот это да, блин. И здесь же никак не объехать, не проехать, ничего. Потому что здесь идет колонна туда, здесь 108-я, узенькая. Ну вот только-только случилось, видите, еще небольшая, ну все, собирается. Собирается. Сейчас здесь будет такая канитель. Вот и что плохо вот на таких, да, 108-х, 107-х, что что случится, все, крышка. Да, я же говорю, здесь просто моросит вот эта изморозь какая-то идет. На улице минус 15 и изморозь, представляете? Жесть! Конечно, на дороге каток, блин, страшный. Вот Чеховский район. Нам как раз Чеховский район. Смотрите, какая красота. Неописуемая, ё-моё. Так, и потом мы едем на север. Грузимся в Чеховском районе и едем на север. Вологодская область. Вологда. Ладно, мы сначала едем в Вологду. А дальше будем уже... Будем смотреть дальше. Вот такой вот пейзаж у нас открывается. Ну вот я и встретил, посыпалки вот впереди идут, ё-моё, чистят и сыпят сразу. Что невозможно, буксуют прямо. Вообще, куда не трогаешь, все везде буксует просто. Ну я же говорю, и снег, и еще сверху вот эта изморозь. И вообще получается жесть полная. Буксует, заносит все, конечно. И вот, да, едем. Ну я уже говорил, да, про эти ситуации, конечно, что очень много времени теряется. Как бы, конечно, там, когда... Ну, сидят возле компьютера, кто-то там смотрит и, конечно, думают. Он сказал, что его звать Абдуллай. Друзья мои, привет всем подписчикам. Всем подписчикам Вадима. Передаем с Италии привет. Всем огромный привет. Это мой напарник. Мы вместе работаем. Чао, чао, Русия. Чао, грасия. Чао, грасия, мир. Он с Африки, Сенегал. Сенегал. Амичи, друзья, Россия, привет. Россия, Италия. Чао. Что, друзья, вот так у нас прошло несколько дней, короче. Вот так мы уехали из Санкт-Петербурга. Поехали в Москву, загрузились, разгрузились. Сейчас уже ночь на улице. Сижу я в машине уже, собираюсь ложиться спать, отдыхать. Завтра у нас будет насыщенный очень день, потому что сейчас завтра мы поедем уже в Вологду, в Вологодскую область. Там я посмотрел погоду по телефону. Там, короче, перейдут морозы вообще под тридцатник, за тридцатник, ё-моё. Жесть, у нас не замерзайка, у нас, короче, все замерзает, все это, какая-то жесть. Так что следующий рейс у нас будет жестокий, я думаю, ё-моё. Короче, замерзнет все на свете опять, наверное, ё-моё. Ну ладно, ничего страшного, не будем расстраиваться, у нас же все огонь. Ладно, а я буду ложиться спать, отдыхать. Так что вот так вот у нас прошло несколько дней. Конечно, я вам всем пожелаю удачи, здоровья самое главное, вам и вашей семье, чтобы самое главное было здоровье. А деньги мы заработаем, нету здоровья, нету денег. За что и всем желаю удачи на дорогах. Так что, как говорится, погнали! Все будет четко, все будет огонь. Я, честно говоря, чуть-чуть подустал. Уже хочется лечь, так подыхнуть немножко, уже все. Хотя подушка в ту сторону у меня. Подушка, я сплю головой в ту сторону, а иногда так тоже мне нравится полежать, побалдеть там. Вот так. Но это редко когда бывает, чтобы полежать, побалдеть. Потому что
то одно замерзнет, то другое так. Ладно, не будем о грустном. Ладно, давайте, друзья. Все четко, все огонь. Давайте. Короче, Россия, привет. С Италии. Сенегал, Италия, Африка, Италия, Россия. Всем привет, друзья мои. Подписывайтесь на...